скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Да? Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы, и я к вам присоединюсь, будете принимать участие в забеге «Преодоление и память». Вы девушка, симпатичная молодая девушка. В первую очередь, расскажите, пожалуйста, почему лично вам это интересно, на вас наша футболка забега с надписью, шевроном «Сила в правде». Ну, вся остальная одежда на вас – это ваша, военная, милитари, и по вам видно, что вы очень спортивный человек. Расскажите, почему вам эта тема близка, почему вы откликнулись, и чем она вам, вас интересует по жизни? А говорить в камеру или вам говорить? Все равно, как удобно. Можно в камеру, зрители будут рады увидеть ваши глаза, но в целом по-живому. С недавних пор, с недавнего времени я, в моем окружении появились люди, которые... Сейчас можно еще раз? Конечно, конечно. Можете начать с того момента, что с недавних пор. Знаете, с недавних пор я стала увлекаться военной подготовкой. Мне стала очень интересна эта тема. И в моем окружении появились люди военные, участвующие в вооруженных конфликтах, войнах, ветераны боевых действий. И мне стала тема эта очень близка. Я стала увлекаться военной подготовкой, я стала бегать, я стала заниматься тактической подготовкой, я стала заниматься ножевым боем. И как-то это все в мою жизнь пришло. Я хотела этого, я ждала, я сама по себе спортивный человек, я бегаю марафоны, и это все очень сильно меня затянуло. Именно поэтому ваш проект стал мне очень интересен, и я решила принять участие. Я даже знаю, что вы занимаетесь в специальном клубе «Витязь». Это же очень серьезная, я так понимаю, подготовка физическая, непростая, не каждому под силу. Расскажите вкратце, что вы там делаете и что вы приобретаете, занимаясь там. Да, вы знаете, в Центр специальной подготовки «Витязь» я пришла в 2019 году на проект «Один день спецназа». Мне очень это понравилось, очень это сильно затянуло. Я решила себе попробовать в этом. После этого проекта стали поступать предложения. Также я принимала участие в проекте «Лига телохранителей». Это женские телохранители. Да, и то есть все проекты, которые идут в Центр специальной подготовки, стали для меня просто очень родные. Я это стало как-то для меня вторым домом. Вот недавно проходила сдача на краповый берет, я тоже принимала там активную участие, решила посмотреть, как ребята сдают на краповый берет, и сама лично с ними пробежала марш-бросок. То есть, в принципе, вот как бы вот именно так вот пришла туда. Это лишнее доказательство, что вне зависимости от того, мужчина ты, парень, девушка, какие интересы в жизни, это может сопутствовать. Я хотела бы сказать, как бы дополнить ваши слова лично от себя, что если в жизни получается так, что через друзей или через близких, родственников ты сталкиваешься с людьми, которые так или иначе служили, проходили военные действия, боевые действия, ты начинаешь лучше понимать эту тему, ты, наверное, проявлять эмпатию, то есть лучше понимаешь людей, именно поэтому мы и организовываем этот забег «Преодоление и память», чтобы, может быть, люди, те, кто об этом не знают, узнали. Кроме того, мы находимся в великолепном живописном месте, в Лужниках, Москва-река, Лужнецкая набережная. Само место располагает к спорту просто безумно, а спорт – это для всех нас преодоление, поэтому мы чуть-чуть сегодня себя преодолеем и поддержим тех ветеранов в честь Дня ветеранов боевых действий 1 июля. Пойдемте?
преодоления. Сегодня мы с Ольгой преодолели небольшую дистанцию, но зато претворили в действие наше желание участвовать, поддерживать. Преодолевайте себя и присоединяйтесь к нам. Сила в правде, ребят! Бежали в память погибших. И уже участвующих в военных действиях. Немножко пробежали 2 километра, но это еще не все, это еще не конец.